Меня зовут Лера Мирьяк. Это псевдоним. Чтобы такое рассказать первое о себе. Самое первое, что приходит в голову, это рассказать о том, что такое команда субличностей. Мне вспоминается довольно узкое сообщество тульповодов. Их обычно заинтересует подобная информация. Краткое объяснение. Тульпа – это воображаемый друг. Термин взят из буддизма. Меня интересовало это событие, потому что я творческий человек. Я люблю создавать персонажей, я люблю читать. Личная история всегда деликатная. Я боялась рассказать свою историю.